Смотри, проверь, тебя смотрят. А как? Пропускали снова через рамки. Короче, Карл Маркс. Финальная точка. Счастье. Большой театр. Напротив большого театра. Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов! Ибо не бывает никаким победам без солидарности, которая опирается на справедливость и человека труда, умом и талантом которого создаются все главные ценности на этой планете. Прозрели не только наши сограждане, которые увидели, что за 20 лет они потеряли любимую, уважаемую, сильную и могучую державу, они увидели нарастающие националистические проявления, они почувствовали, что ни дети, ни внуки не защищены в этом государстве, и даже человек, окончивший золотой медалью школу и с красным дипломом университет, не может трудоустроиться.